Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас знаменательный день, буквально как вчера был у нас День защиты детей. Ну а сегодня пятница и время, думай, знай, познавай, суперблиц. И сегодня у нас не простая передача, а передача, посвященная Дню защиты детей, и поэтому кому, как не многодетным родителям, отвечать на наши 5 каверзных вопросов. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Стельников Максим. Привет, Кирилл, Анастасия Зимонина. Отлично, я Кирилл. Ну что, уважаемые родители, каково быть многодетными родителями? Весело. Очень. Ну да, не соскучишься. Папа молчит, это папа. Папа. Имейте в виду, папа сделал вот так. Ну, мама, главное, радостная, так что все хорошо. Ну что, задаю вопрос, думайте над ответом, и после этого свой ответ оцениваете минимум в 1 балл, максимум в 5. Поехали. Первый вопрос. Кто появился последним в знаменитой передаче «Спокойной ночи, малыши»? Варианты ответов. Филя, Степашка, Хрюша или Каркуша? В смысле, последним зашел? 3 балла. Да, 3. Нет, ну вот появился. В передаче появился. Главный герой этого шел. Я вырос на 4 этих ребятах. Кто появился последний? Может, Каркуша все-таки, а? Что-то я совсем не помню. Вот Филю прям 100% помню. Степашку этого. Да, конечно. Да, вот Каркуша как-то у меня в памяти не откладывается. Да. Человеческая рука весь вечер. Это, короче, к... Давай на Каркушу. Пусть летит с Богом. Каркуша. Все равно же 3 балла. От 1 до 5. Ну, 3. Сразу сказали. 3, не больше, не меньше. Да, 3. Это правильно, Каркуша, она появилась. Вот так вот. Она появилась в 1982 году. В 68-м году Филя, Степашка в 70-м, Хрюша в 71-м, а Каркуша аж в 82-м. Ну что, следующий вопрос. Какое количество детей в Российской Федерации необходимо родить и воспитать женщине, чтобы получить почетное звание матери-героини? 5 баллов. 10 же вроде. Нет, баллов 5, давай поднимемся. А, баллов-то 5. Так, слушай, стоп, сейчас быстренько обсуждаем. Я был уверен, что 7. Вот я тоже не помню. Там же вот 7 или 10. Значит, я такую... Ну, нам все равно не догнать. Голословную информацию сразу скажу. По-моему, 7, потому что за 15 дают коттедж. И женщина родила 15-го и умерла. 10. За 10-рых точно. За 10-рых коттедж? Да, 7. Да. 7. 7. 7 на 7. Прям вот будьте нате. 7. А может, все-таки мать многодетную послушать? Еще есть варианты? Ну, у нас трое, поэтому я молчу в пол, поэтому давайте не будем вот эти вот ответы превращать в горизонт развития событий для отдельно взятой семьи. Поэтому 7 детей, вот, и вот, и вот. А если не 7? И баллов было бы не 5. 5 баллов, 7 детей. Нет, почему 5 баллов? Вы можете поставить и 1. Нет, а мы ставим 5 баллов, а детей 7. 7, а может не 7? Ну, может давай не 7. Давай 3 балла и 10 детей. Нет, давай 5 и 7. Давай 3 и 10. Давай 3 и 10, это будет чем-то другим в нашей жизни, а здесь будет 5 и 7. Ну, давай. А может быть 3 и 10? Может, смотри, о чем мы говорим. Если мы... Вот если сейчас отвечаете неправильно, я вас отнимаю 5 баллов от вашей общей суммы, от 3, которые поставили. А вам надо 15 баллов набрать, чтобы стать победителем игры «Думай, знай, познавай». Отлично, мы наберем. 5 баллов, 7 детей. 5 баллов, 7 детей. 5 баллов, 7 детей. Точно? Ну, он на десятку, на 10 не готов. Значит, да точно, 5 баллов, 7 детей. 7, ты уже герой. Правильный ответ – 10. Огонь, Валера. Вот так-то. Итак. Третий. Обнулились вы баллами. У вас сейчас 0. Минус у нас быть не может, так что поехали дальше. Теперь надо все отвечать на 5. Да. Да. Следующий, третий вопрос. Видимо, многодетные придумали крылатый афоризм. С первым ребенком новые памперсы надо прокипятить. С двумя детьми, лишь бы дети кошачьего корма не наелись. С тремя детьми, если дети все-таки кошачьего корма наелись, то... Закончите данный афоризм. А у него... Ну, хорошо, они сыты, а значит. У него автор есть? Нет. Ну, вот. А если мы просто смешно заканчиваем, баллы будут? Конечно. Вот сколько вы поставите, столько будет. Баллов 5, а заканчиваем... То кошка
Просто осталось без ужина, а дети все сыты. Не, да, дети сыты, кошка сама себя найдет. Да, главное зубы почистить после этого корма. Понятно. И это правильный ответ. Если кошачьего корма наелись, то это проблемы кота. Крылатая фраза. Так, 5 баллов есть. Дальше будет вопрос с четырьмя вариантами ответов. Каким транспортным средством можно управлять лишь по достижению 21 года? Варианты ответов. Всеми лимузинами, автобусом, грузовыми автомобилями, гужевой повозкой. Сейчас, секунду, давай сразу скажу, гужевой что нет, смотри, солдаты водят на законных основаниях, значит, права получают в 18 лет. Грузовики, это мы сейчас быстро думаем, грузовики точно 18 уже можно водить, ну потому что тогда бы у нас в армии водили бы офицеры, а это, видишь, офицера за рулем, значит, он его угнал домой себе, многодетную семью кормить. Автобус может быть, гужевая повозка, права, насколько я помню, не требуется. А что, на лошади не вешают номерной знак там, не? Гужевой транспорт, не на лошади, гужевой транспорт, он же транспорт, в правилах прописан, но не помню, чтобы регламентировалось. Вот. Лимузин или автобус? Блин, лимузин. У нас проблема в том, что у нас нет профстандартов, сейчас голосовано говорят, насколько помню, и поэтому как бы кто спросит, то есть как бы он получил права, и все, категория попадает, но вот в лимузине он едет, у него что, к нему другие требования, а вот автобус, здесь уже сложнее, автобус. На 5. И это правильно, автобус. Пока логика не ушла куда-то в другое место. Уже часть детей ушла. Итак, дальше. Последний вопрос, тоже тест-вопрос. Какой юбилей отметил ЕГЭ в прошлом году с момента начала сдачи его во всех регионах России? 15 лет, 20 лет, 30 лет или 5 лет? Нет, мне сейчас кажется, давай. Минимальное, потому что... Сколько у нас стаж уже вот этой свободы от школы жизни? Сейчас подумаем, как это становится. 14 лет, да? Да, я ЕГЭ не сдавал. Я тоже не сдавала. Сейчас вариант сразу. 15 лет. 20 лет, 30 лет и 5 лет. Вот, ну, не 30, не 20. Всех, мне кажется, 5. 5, потому да, что даже 15 лет я закончил школу. То есть во всей России он, да? Да, по всей России. Сейчас смотри, мне, ну я скажу о своем возрасте, а тебе просто на год меньше. А вот 40 лет мне, да, 41. А вот, 40, молодец. 40. Ну что, мне 46, нормально, что даже. Ну это кому как. А 41, значит, школу я заканчивал 16 лет. Значит, прошло уже, блин, 25 лет прошло. Это мушкетеры уже еще раз собрались, а я это. Да, 25, я не сдавал, значит, точно меньше. При мне ЕГЭ, а 20 там есть, да, вариант? 15 есть, да? 15 может быть. 15, 20, 30 или 5. Ну, все, 20, 30 выпадает, 15 или 5? Ну да, 15 или 5. Что? 15 или 5? 15 или 5. Я за 5, мне кажется. Ну, так долго мы в такой кабале. Да, а может, тебе просто кажется. Нет, Россия большая. Если все территории России неравномерно, точно да. Все это не единовременное решение. Ну, поэтому кажется, да. Изначально было какие-то пилотные, там вот как раз 15 лет. Пока инспектора на гужевой повозке добирались до отдаленных деревень. Да. Не, 5. Вот а причины, ну, вот такие. Вот сумма логика. Вот прям логика о том, о чем. А может, логика. Не, мы не только про детей шутим и делаем их, мы еще логику включаем. 15 лет, это значит, что... А ничего это не значит? Может, это не значит, что мы уже 15 лет сдаем ЕГЭ. 15 лет, Кирилл, на 5. 15 лет на 5? Да, 15,5. 15,5. Это правильно, 15 лет он отметил в прошлом году. Ну что? Конечно, с моей помощью. Конечно, при поддержке микрофона. Сейчас я их найду. Да, и группа поддержки, вот наш. Итак, вот такие вот браслеты, победители, они светонакопительные, чтобы вас дети никогда не потеряли из виду. Вот, написано «Победитель», пожалуйста, покажите нашим телезрителям, наша многодетная семья, которая стала сегодня победителем. А браслеты позора есть? Позора нету, да, которых мы не выдаем, да. Ну что, спасибо огромное, удачи, воспитания.
Желаю, чтобы стала моей героиней. Вот. Ну и всего самого наилучшего.